И все монеты ищешь. А что мне делать? Ждать, пока в глаз попил? Весь лагерь с ума сошел из-за этих монет. Только их и... не принадлежит к роду. Гляньте-ка, парни. Я нашел Траута и еще нескольких любителей квадратных монет. Ты узнал, кто возглавляет заговорщиков? Нет. Живым кого-нибудь взял? Нет. Ты не мог оставить в живых хотя бы Траута? Наверняка у него были какие-то секреты. Мертвые забирают все тайны с собой. Была назначена награда за их головы. Хочешь ее получить, или это ниже твоего ведьмачьего достоинства? Золото мне не помешает. Сколько их было? 5 и Винсент Траут. Ты убил 6 людей. Таких, как ты, надо изолировать. А что с наградой? Она твоя. Прошу. Женщина эта гомункулус. Ты узнал что-нибудь о проклятии? По ту сторону мглы тоже есть чародей. Он пробует осмотреть поле битвы. Скорее даже чародейка. С чего ты взял? По плодам заклинаний их узнаете их. Особенности заклинания связаны со строением мозга. У женщины в голове все немножко набекрень. Это может быть Трис? Нет, ведьмак. Это кто-то гораздо более могущественный. Ты поговорил с королем? Он особенно обрадовался тому, что его можно отсечь от проклятия. Вот и хорошо. Мне понадобится медальон жреца Креста, а я слышал, что он у короля. Он ничего тебе не даст, пока ты не освободишь его от проклятия. И его можно понять. У тебя большие шансы не вернуться после встречи с Драугирами. Ох, Детмальд, скажи сразу. Вы просто боитесь, что я брошу вас тут со всем этим бардаком. Я-то как раз не боюсь. Я знаю, зачем ты здесь. А что до короля? Ты можешь обругать его, обозвать идиотом, если так хочется. Но просить не советую. Будь здоров. Филипп и Элькарт и Сабрина и Гривисик. Я нашел письмо гражданам Кейдвена. Людям свойственно писать письма. Это твоя писанина, дурак. Почему ты так решил? Потому что я тебя знаю. Кроме того, ты бессовестно ссылаешься на меня. Ты не единственный ведьмак на свете. То есть ты признаешь, что это писал ты? Ну, конечно. Этот надутый паяц, который якшается с Нильфгардом, людям и так поперек горла сидит. Я решил приоткрыть им глаза на правду. Ты знаешь, что этот надутый паяц сделает, когда узнает, кто открывает его людям глаза? А от кого бы ему узнать? Только от тебя, а ты, надеюсь, ему не донесешь? Тебя убьют. Да что там? Зачем ты в это ввязался? Хенсельд предложил, чтобы я писал панегирики в его честь. Ты представляешь? Я — политические вирши. Да за кого он меня принимает? А ведь сейчас ты делаешь ровно то же самое. Возможно, но для правого дела. А Хенсельд — старая елда.
Приветствую. Ты ищешь. А что мне делать? Ждать, пока он глаз падет? Так и с ума сойти не мог. Жизнь. Сколько лет пили нимфов? Что ты тут делаешь? Разойдитесь-ка, мне надо тут осмотреться. Ты смотри, пепел топтать плохая примета. Поможешь нам отсюда выбраться, а? Вы же сами сюда забрались. Знали б, что тут столько утопцев, сидели б в палатке. В кругу-то мы в безопасности, а вот за круг выходить сыкутно. Вернемся вместе, только сперва я посмотрю, что тут такое. Топтать пепел – плохая примета. Кому понадобилось приносить сюда все эти вещи? Странная аура. Посмотрим поближе. Тяжеленный тесанный камень. Можно сказать, многократного использования. Свечи, амулеты, деньги. Люди приносят дары, как в святилище. Эти свечи смердят хуже, чем портянки Золтана. А так, ничего необычного. Квадратные монеты с рыбьей чешуей. Здесь собираются заговорщики. Посмотрим. Ощущение полной тишины. Для интерсекции это нормально. Обычно в местах силы возникает беспокойство, но они не опасны. Люди боятся подходить к колесу и все свои подношения оставляют на безопасном расстоянии. Кроме одного человека, который носит обычные форменные сапоги Кейдвенской армии. Видно, я тут не единственный осквернитель святынь. Следы зверей. Собаки, волки, медведь,
птицы. Все приходят сюда как к кормушке, но в сам круг заходить боятся. Все, кроме кошек. Кошачьи следы тут везде. Кажется, кто-то даже вздремнул на возвышении. Трис как-то говорила, что коты любят спать на пересечении потоков. Кроме драконов, это единственные животные, способные черпать силу. Похоже, им тут очень нравится. К этому колесу была прибита Сабрина. Что-то уберегло колесо от пламени. Оно почти не обгорело. Свежие щепки и дырки. Кто-то недавно вырывал гвозди из колеса. На всякий случай возьму один. Если воссоздать обстоятельства казни, если король будет в этом участвовать, я смогу призвать дух Сабрины и заставлю его снять проклятие. Другиры и мгла никуда не денутся, но хотя бы король будет в безопасности. Надо понять, что здесь произошло. Найти свидетелей казни, узнать, как погибла Сабрина. Тогда я смогу освободить Хенсельта от проклятия. У меня есть два следа. Культ Сабрины и таинственный похититель гвоздей, который может сопротивляться ауре этого места. Самое время расспросить солдат. Посмотрел, потрогал, может, хватит? Пора нам убираться отсюда. Вы зажгли свечи? Мы? А тебе что за дело? Судя по тому, что я видел, здесь небезопасно. Чудища в круг не заходят. Боятся? Может быть. Но чтобы вернуться в лагерь, из круга придется выйти. Помоги нам дойти до лагеря. Так зачем вы сюда пришли? Понятно же, что в округе полно чудовищ. Мы хотели на круг поглядеть. Чуешь, как они смотрят? На нас глядят. А мы живыми отсюда не уйдем. Вот захотелось дуракам обряды проводить. Ты не веришь вдохновенному? Дело твое, конечно, но попробовать-то не мешало. Старый дурень, это из-за него мы влипли. Кто такой вдохновенный? С него все началось. Он говорит, что в этом кругу чудеса происходят. Я ему верю. И знаешь почему? Он живет глубоко в ущельях, но все эти гарпии его до сих пор не сожрали. Вы видели, как сожгли чародейку? 3 года назад мы оба служили при Хенсельте. Только у костра стояла 5-я рота. Никого близко не пускала. Король лишь не хотел делать из этого потеху. А теперь кому-то до этого места и дела нет. А есть такие, что заходят в круг, ищут останки, все такое. Ты вроде них, да? Собираешь чародейские побрякушки? Как тот сраный говнюк, что торгует у корчмы. Ты меня с кем-то перепутал. Да? Тогда клади гвоздь обратно. Я оставлю его себе. Оставишь? А не слыхал, что люди говорят? Реликвии фисштех для народа. Как вы прошли мимо утопцев? С нами был вдохновенный, он нас провел, а потом пошел своей дорогой. Не нравится мне здесь. Я уж думал, ты тут ночевать собрался. Я знаю места получше. Пойдем. Вот паскудное место. И подумать только, за эту землю уже сколько лет бьются. Я едва за чистокол выйду, как у меня мурашки по спине. Может, Зивик прав был. Сидели бы спокойно в лагере и не рыть. Как вас столько уродилось?
Там, где водятся утопцы, не лучшее место для прогулок. Зараза! Если б не ты, сожрали б нас. Мы тебе жизнью обязаны. Зывик нас не застукает. Не ссы. Раз уж Сабрина нас от чуди защитила, что для нее один маленький зыв... Мы ждали не тебя, но я чую ауру того, другого. Не может быть. Маврик выстирал штаны. Кто ты? Я ведьмак и пришел сюда, потому что ты мучаешь невинного человека. Ты разрушила жизнь Маврика. Пора тебе покинуть этот мир. Невинный Маврик? Этот выродок убил меня и двух моих сестер, а потом сбросил тела с обрыва. Из-за него наш отец Мальгет умер от горя. Но предназначение вернуло эту тварь сюда и отдало в наши руки. Ему не уйти. Я проверю, правду ли ты говоришь. И если это так, я приду сюда с Мавриком.
сдохни! Вот холера! Thank you.
Длинная эта штука жизни. Сколько лет? С меня этого проклятого места. Кровавые кометы. Пока эта мгла не исчезнет, так и будем тут сидеть. Как куры на яйца и смутьянка. С ведьмаками мы пока... Мне нужна волшебная пыль, чтобы начертить руны. А знаешь ли ты, что для создания волшебной пыли нужна истолченная смола мирры? Знаю. И ты, наверное, знаешь, сколько она стоит? Скажи Хенсельту, чтобы он тебе заплатил. В конце концов, это для него я буду проводить экзорцизм, снимать проклятия и отводить чары. Так бы сразу и сказал. Получи, сколько нужно. Благодарю от имени короля. У меня есть еще кое-что, что может тебе пригодиться. Да? Ты спрашивал про охранные руны. Возьми этот гримуар. Здесь есть все, даже знаки от воров. Я оставил в тексте некоторые пометки. Спасибо. Сумеешь разобрать эти записи, чародей? Откуда они у тебя? Неважно. И ты не знаешь, что в них написано, так? Если бы я знал, я бы не спрашивал. Это описание очень опасного ритуала. Собственно, это чистая некромантия. За такое на костре сжигают. Что это за ритуал? Он призывает душу злого человека. Настолько злого, что после смерти он не успокоился и скитался по земле. Такая душа охотно заключает разные договоры в обмен на возможность уйти на тот свет. Кому, например, мог понадобиться такой договор со злыми силами? По-разному. Всегда есть те, кто готов продать собственную душу в обмен на что-то ценное. Я бы охотно выкупил у тебя этот манускрипт. Мне казалось, некромантия запрещена. Но разумеется. А я просто обожаю запрещенные рукописи. У меня их целая коллекция. Пока оставлю его себе. Вдруг я и сам когда-нибудь начну их собирать. Женщина эта гомункулус, созданный чародейками. Филиппой Эльхарт и Сабриной Глевисик из Мандрагоры. Весь лагерь с ума сошел из-за этих монет. Бараны! Тебе удалось что-нибудь сделать, ведьмак? Призрак утверждает, что он дух одной из сестер, которых ты убил. Они жаждут мести. И за это ты требовал от меня таких денег? За то, чтобы рассказать мне весь этот бред? Ты ничем не лучше их. Убирайся! Я навестил дом, где стоял твой отряд. В подвале нашлись очень интересные вещи. Это еще зачем? Мне надо просто избавиться от морока. Если ты не скажешь мне правды, я не смогу помочь. Ну хорошо.
Люди говорили, что старый Мальгет якшался с речными демонами. В русле реки пролилось немало крови, а потом пришли существа, которые питаются злом. Вот и все, что я знаю. Тебе удалось что-нибудь сделать, ведьмак? Призраки появились, хотя тебя и близко не было. Значит, они слишком глубоко проникли в твое подсознание. Даже если я сейчас их убью, они тут же появятся снова. Поэтому, чтобы их уничтожить, мне понадобится твоя помощь. Ну, если другого пути нет, что я должен делать? Жди меня у реки за час до полуночи. Они заплатили ведьмаку? Хватит с меня этого проклятого места. Кровавые кометы, монеты квадратами, да еще мгла эта гребаная. Пока жалование платят, я и здесь могу посидеть. Чего надо, ведьмак? Где-то за лагерем живет чудак, которого называют вдохновенным. Ты его встречал? Солдаты к нему таскаются, а у меня не было случая повидаться. Но если увижу, он еще пожалеет, что моим ребятам голову заморочил. Ты видел казнь Сабрины? На место выслали только пятую роту. А жалко. Я бы с удовольствием поглядел, как она подыхает. С нее причиталось. Ух, что она сделала с ребятами. Я в жизни ужасов навидался, поверь мне. Брат мой погиб во время мятежа в Ринде. Ему чародей кровь в жилах вскипятил. Раз я видал солдата, который любился с мертвой эльфкой. Но 3 года тому назад там люди плавились, как оловянные фигурки, ведьмак. Такого не забудешь. Солдаты, которых ты искал, застряли в круге Сабрины. От дубины стаеросовые. Обрядов им захотелось. Будут у меня колдовать над нужниками до отбоя. А тебе спасибо, что ты о них позаботился. Вот твоя награда. Рядом с корчмой какой-то солдат торгует свечками, которые остались после казни Сабрины. Знаю. Это из снабженцев. Сбивает моих парней с толку. Все вдруг поверили, что какая-то финтифлюшка защитит их в бою. Бараны! Если реликвии придают им смелости, может, и не стоит с ними бороться? Этими гребаными свечками они мне весь лагерь спалят. Я тебе вот что скажу, ведьмак. В битве можно рассчитывать на щит и доспехи. На товарищей, если живы. И многие из этих ребят лягут под Вергеном. Даже если у них будут полные карманы священных цацок, по серебрянику за штуку. И я хочу, чтобы они боялись. Когда зазвенит сталь, они должны быть чуткими, мать их. Если они тупо попрут вперед, веруя в свои ржавые гвозди и пепел, шансов у них не будет. Я буду осторожен с огнем. Будь здоров.
ведь, сука, опять камень. Сказал, что этот гвоздь был битый. Святые реликвии и всяческие блага. Богатый выбор, отличные цены, пожалуйста. На месте казни Сабрины я обнаружил следы сапог. Не знаешь, кто там шляется? А мне почем знать? Ты же их нашел, не я. Но это у тебя сапоги черные от золы. Тише. Ладно, ладно. Что тебе надо? Ты помнишь чародейку Сабрину? Такая же, как все магички. С виду молодая нимфоманка, а внутри старый труп. Хочешь о ней поболтать, иди к этому путанику, который свечки жжет. Ты видел казнь Сабрины? Само собой, я в пятой роте служил. Такой был скандал, когда этот яган проткнул ее копьем. Эх, мне бы сейчас то копье. Где теперь копье Ягана? Понятия не имею. А тебя это и вовсе не касается. И говорить об этом не хочу. Ты знаешь Ягана? В жизни о нем не слыхал. Откуда имя ты такое выдумал? Ты помнишь слова проклятия, которые Сабрина наложила на короля? Как запалили костер, она крикнула что-то королю, да так, что тот аж покраснел. Только я не расслышал. Может, сифилис ему напророчила. Страшная смерть. Ты помнишь чародейку Сабрину? Такая же, как все магички. С виду молодая нимфоманка, а внутри старый труп. Хочешь о ней поболтать, иди к этому путанику, который свечки жжет. Меня интересуют вещи солдат, павших в битве 3 года тому назад. Но никакие попало, только магически активные. Я смогу это проверить. Не к тому обратился, ведьмак. Я все больше по реликвиям. Ты знаешь Ягана? В жизни о нем не слыхал. Откуда имя ты такое выдумал? Что у тебя интересного? Пепел костра, на котором сгорела Сабрина. Гвозди из колеса смерти. А может, нужны щепки от колеса? Оковы и одежда самой мученицы также имеются. Все, чего душа пожелает. Сабрины, ты бы тоже ему эту штуку жизнь. Сколько лет пили не было.
Идем. Нельзя давать призракам времени. Наконец-то ты вернулся к нам, братик. Пора держать ответ за причиненное зло. Ты отдашь нам свою душу. Убирайся, Морок! Больше я из-за тебя в портки не наделаю. Мы с ведьмаком отправим вас туда, где вам и место. Наивный Маврик. Всю жизнь тебя водили за нос. Правда, Геральт? О чем это они? Призраки утверждают, что ты их брат, и убил их 3 года тому назад. Что скажешь? Да как ты смеешь? Я солдат, а не убийца! Отрицание вины не доказывает невиновность. Прежде чем принять решение, я должен знать правду. Я ни разу в жизни не убивал невинных. Я солдат и убиваю врагов, а не женщин. У тебя нет никаких доказательств невиновности. Кроме того, ты не сказал, что это твои сестры. Они сами по себе доказательство преступления. Они мертвы. Я оставляю его вам. Как ты мог меня предать? Я тебе верил. Я... Нет. Дурак! Ты поверил духу, рожденному страданием. Благодаря тебе я стала сильней. А когда я сожру твою душу, ничто меня не удержит. Кто? Их любимый папочка. Айдирнские солдаты опозорили их, а он не смог этого вынести. Бедненький убийца. Зачем вам понадобилась душа Маврика? Ты знаешь, его отец вел со мной кое-какие дела. Я прямо места себе не находила от радости, когда он сначала отослал в мои объятия своих девочек, а потом и сам пришел. Я стала гораздо сильнее. И тогда подумала, семья должна держаться вместе. Ах, Маврик был великолепен. Даже странно, как до тебя не дошло. У Маврика было 2 сестры, а не 3. Сначала я боялась, что лишней женской душой никого не заманишь. А душа их брата оказалась слишком сильна. И вот, пожалуйста, подарочек. Наивный ведьмак. Интересно, сколько их... Приветствую.
Будь здоров. Голова, скажи, а черный кот у тебя есть? Идем. Нельзя давать призракам времени. Наконец-то ты вернул. Убирайся, мой наивный мав. О. Призрак. Да как ты сме. Я не. Итак, мы имеем твое слово против слова злых духов. Тогда просто помоги мне. Они так и не поняли, в чем дело. Никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Я сделал это за деньги? Невелика цена за спокойствие моей души. Тебе не кажется, что ты мог бы мне кое-что объяснить? Я хочу знать, что произошло на самом деле. Я родился у самой границы. Генерал Вандергрифт услышал, что я тут каждый стебелек знаю, и поставил меня командиром разведотряда. И стояли в моем родном доме. Вот в этом. В первый же день я делал вылазку за реку. А когда вернулся, то увидел отца, который копал могилы. Ты видел их за домом. Что случилось? Честь была для него всем. Он вырастил нас, рассказывал нам о чести и славе. А потом пришли айдирнские солдафоны и обесчестили моих сестер. Он не смог этого вынести. Он повторял, что не убивал девочек, но у него была кровь на одежде. У нас дошло до драки, и он упал со скалы. А почему призраки хотели забрать твою душу?
Должно быть, они не любят отца-убийц. Может быть. А теперь возвращайся в лагерь и представь доказательство своего мужества. Верни себе доброе имя.
доброго тебе дня, ядрить его. А он тем временем забирал свиней. Так вот, берет он, значит, свиной глаз и пихает в бедро. Лагерь с меня этого проклятого места. Кровавые кометы. Держи себя в руках, боец. Пока эта мгла не исчезнет, так и будем тут сидеть. Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский серый и мужского семени. С ведьмаками. Ты поговори. У нас. Вот он не пьет. Будь здоров. Посему не человек она, но противная природе тварь. Мир... Здрасте. А, черт. Здравия желаю. Сама не исчезнет.
Как служба под командой? Да не... и не... Да еще мгла эта гребаная! Приветствую. Странная эта штука жизнь. Сколько лет пили, не